Всем привет, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. В основном я рассказываю про криптопроекты, про криптовалюты, ну и все, что связано с тем, как можно заработать. Но я мало рассказывал о том, где можно купить эту криптовалюту и как это сделать максимально выгодно. Особенно я недооценил биткоин. И теперь вы узнаете, что такое платформа Paxful. Что это? Пиринговая сеть, может быть обменник, может быть биржа. Короче, мало кто знает в Рунете, а очень зря, очень зря. Именно поэтому я решил сделать самый лучший обзор на русском языке, чтобы каждый из 250 миллионов наших собратьев, тех, кто понимает нашу русскую речь, знали, где можно выгодно купить и продать биткоин, и даже где построить свой прибыльный бизнес. Ну и, конечно же, получать щедрую партнерку, а она там замечательно. Ну что, вы готовы? Если да, то тогда не буду заставлять вас ждать. И запомните, Paxful — это не какая-то, знаете, там интернет-история из серии «там бот запилили и все». Это огромная сетка с реальными живыми офисами и, конечно же, с представительствами, в том числе и на русском языке. Смотрим. Да, действительно, у меня очень хорошее настроение. Я хотел бы вам такой обзор сделать, который вы еще никогда не видели. И обещаю, что он будет. Буквально через несколько минут вы поймете, что я говорю правду. А для начала подпишитесь, пожалуйста, на мой Инстаграм, на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Ну и, конечно же, подпишитесь на Paxful. И, кстати, это не просто платформа, а международная платформа для проведения пиринговых транзакций. И работает она, вот эта вот платформа, видите, Paxful, с 2015 года. Прежде чем мы начнем, сначала я расскажу вам о том, какие произошли нововведения буквально на днях. Помимо того, что здесь всегда был биткоин и более 350 способов его покупки и продажи, офигеть можно. Здесь еще, видите, тезер появился. Вот я попробую выделить. Тезер. И биткоин, и тезер. Вот это действительно крутотень. Я просто аплодирую Paxful. Молодцы. И еще, лотерея с призом, разыгрывается полбитка, очень хочу выиграть, но придется с вами делиться, а то вы еще скажете потом: вот, Руслан, ты нам не сказал, мы очень расстроились. Нет, не надо расстраиваться. Смотрите, первое, совершите любую сделку на Paxful, но для начала зарегистрируйтесь, ссылка будет в описании. Подпишитесь на Инстаграм, видите Инстаграм, надо будет подписаться. Так, где Инстаграм? Это у нас как раз русскоязычный, давайте подпишемся сразу. Вот, я вам показал, смотрите, это международный, а это русскоязычный, на него тоже нужно подписываться, давайте поставим А. А, лайк уже поставлен, ха-ха-ха. Давайте еще здесь поставим лайк, чтобы они ко мне хорошо относились. Все, поставил. Дальше что? Выложите скриншот сделки и поставить хэштег Paxful сделка. Это ваш лотерейный билет. Ладно, сделаем. Совершая еще сделки на сумму от 100 баксов и выкладывая скриншоты, вы получаете новый лотерейный билет. Перевожу на русский язык. Чем больше сделок от 100 баксов и выше, то, конечно же, у нас больше шансов. И розыгрыш главного приза состоится 31 октября 2020 года. Надо было год указать, а то, мало ли, в 50-м будет розыгрыш. Ладно, это все шуточки. Итак, я предлагаю тогда начать потихонечку. Почему потихонечку? Потому что информации будет очень и очень много. В первую очередь, конечно же, нужно создать аккаунт. Видите, правый верхний угол нажимаем «Создать аккаунт». Реферального кода у нас нет. Допустим, я нажимаю вот так. Создаем пароль. Ну, разумеется, я его придумываю. Ни в коем случае пароли никому не говорим, потому что это очень опасно. Пароли всегда должны быть у вас. Реферального кода у меня нет, ну, ничего страшного, у вас он будет. Итак, я нажимаю на создать аккаунт Paxful, видите? Бац! И сейчас мы все создадим. Сделаем вот этот вот пазл. Никогда у меня не получалось на 100%, но ничего страшного. Интересно, а придет ли мне что-то на почту? А вот и код. Давайте-ка мы его сейчас возьмем. Бац, на самом деле все быстро пришло. Я просто долго ждал. Так, давайте вот так вот вставим. Подтвердим свою электронную почту. И все, мы на платформе, отлично. Но мой ник, конечно, ужасный. Обратите внимание, вот у нас наверху нужно пройти верификацию. Но опять-таки потом ее пройдем. Никаких проблем с этим нет. Значит, мой профиль, настройки, завершение сделки, пригласить друга туда-сюда. О, пригласить друга, давайте-ка сразу посмотрим. Перейти к странице партнерской программы. Смотрите, получаете 50% комиссии, 10% комиссии. Но об этом я тоже вам расскажу, но чуть позже. Давайте-ка сначала попробуем найти страницу партнерской программы. Такс. Что это такое? Вот наша ссылочка, мы можем ее скопировать и по ней уже регистрироваться. Поэтому ссылочка в описании будет вот эта вот моя. А вы уже в дальнейшем, когда будете как раз тоже регистрироваться, конечно же, вы будете тоже использовать свои партнерские ссылки. И это абсолютно нормально, потому что вы должны зарабатывать
платформа должна зарабатывать, и ваши партнеры тоже должны зарабатывать. Это очень крутой, ну, можно сказать, крипто-сетевой бизнес. А теперь я немножко вам расскажу, как это все выглядит. Смотрите, наверху, левый верхний угол, купить биткоин, да, и тезер. И продать биткоин тезер, создать предложение, кошелек, инструменты. Чтобы создавать как раз предложение, вам нужно подтвердить свою личность. То есть нужно подтвердить номер телефона, там верификацию, это все пройти. Да? Я уже это делал на одном аккаунте, поэтому, ну, я думаю, я вам покажу потом. Да, это не последний обзор. Но, в принципе, все просто. Для меня сейчас самое важное показать вам, как вы можете использовать вашу платформу. Так, вы только что присоединились. Замечательно. Давайте еще раз посмотрим, где верификация. Смотрите, значит, подтверждение номера телефона, чтобы продолжить. Мы это подтвердим. Дальше, смотрите, подтверждаем личность. Дальше подтверждаем адрес, видеоверификация будет и электронная почта, она уже подтверждена. Видите, да? Левый нижний угол, вертикально. Вот, все здесь просто. Самое главное, дорогие коллеги, делать все последовательно. Пока вы не подтвердите свой телефонный номер, дальше вам пройти будет очень сложно, практически невозможно. Кошелек у вас уже создается автоматом. Видите кошелек, да? Вот адрес вашего кошелька, вы можете его скопировать, пожалуйста, туда-сюда. Вот зарегистрировался я 29 сентября, и 29 сентября мне уже предоставили кошелек. Все, и биткоин, и тезер, да? Также, смотрите, по поводу тезера. Так как он вот буквально вышел там 29 сентября 2020 года, мне скоро дадут как раз адрес моего тезер-кошелька. Если вообще не в моготу, конечно же, я могу написать службе поддержки. А где у нас служба поддержки? Давайте посмотрим. Значит, спускаемся вниз. Так, где у нас поддержка? Поддержка. По-любому мы что-нибудь найдем. Где стать продавцом, получить биткоин, оплата. Помощь, часто задаваемые вопросы. Вот она, служба поддержки. Видите, да, где СМИ? Вот, сейчас еще раз вам покажу. Внизу, да, служба поддержки. Нажимаем. Контакты. Служба поддержки клиентов. Пожалуйста, видите, как хорошо, да? С компьютером. Вот, связаться с вами. Вообще есть русскоязычный чат. Здравствуйте. Но я не буду сейчас все портить. Это не нужно. Зачем? Давайте сейчас не будем отвлекать людей. Ну, просто, чтобы вы знали, где это все находится. Всегда можно написать. И даже на почту можно написать. help@paxful.com. Или вот такой вот файл. Все. Никаких проблем. Возвращаемся. Ой, не туда, простите. Много вкладок открыто. Ну, я человек такой, все изучаю. Итак, как можно, допустим, купить биткоин? Заходим, купить биткоин, сумма, ну, допустим, 1 биток. Вы платите, то есть я плачу. А, значит, выбираем валюту, ну, например, доллар, смотрите, видите, да? Вот столько нужно, чтобы купить. Давайте посмотрим предложение. Но для начала, видите, все способы оплаты. Давайте посмотрим. Офигеть! Более 361 способа оплаты. Невероятно. Значит, банковские переводы, онлайн-кошельки, подарочные карты, оплата наличными, дебетовые и кредитные карты, криптовалюты, товары и активы. Просто невероятно. А давайте попробуем перевод с карты на карту. Есть такое или нет? Вот, перевод с карты на карту показать. Не-не-не, это я уже сделал, прошу прощения. Нажимаем на «Найти предложение». И смотрим, как и кто продает. Понятное дело, что мне нужно сейчас немножечко уточнить данные, да. Допустим, я сейчас 11 тысяч долларов готов отдать и найти предложение. Я там немножечко неправильно написал, это понятное дело, да. А все равно мало. Давайте 12 попробуем. Вот, я смотрю, здесь хорошо биток поднялся. Все, окей, смотрите. Значит, у нас only debit card, перевод с карты на карту. Вот, человек был в сети 6 минут назад. Смотрим отзывы. Чем больше отзывов, тем лучше, безусловно. Да, видим, что, о, меньше минуты. Да, так, лимиты на покупку. То есть, минимально вот эти вот лимиты, да, в них нужно попадать. То есть, нужно понимать, за сколько человек готов продать. То есть, за какие лимиты, сколько он там готов. Может быть, вот так вот $1000 напишем. И посмотрим. Итак, все найденные результаты. Требуется ID с фото, онлайн-платежи, вы не отвечаете требованиям продавцом, потому что в любом случае нужно отвечать каким-то определенным требованиям. Так, давайте вот посмотрим. Купить. Просто хочу вам показать саму вот эту процедуру. Допустим, я заплачу человеку 1000 баксов и получу в биткоинах вот эту вот сумму. Но я сейчас вам не смогу все показать, потому что, блин, к сожалению, на этом аккаунте, а тот я не хочу палить, у меня здесь верификации нет. Вот, условия, предложения, смотрите, все, биткоин туда, сюда,
принять условия купить биткоин. Также недавние отзывы есть. Ну, как я понимаю, good service and fast, то есть хороший сервис и быстро. Вот как это делается, смотрите. Просто нужно пройти вот эту вот верификацию, но реально ее несложно пройти. То же самое будет и, допустим, когда мы продаем. Смотрите, продать тезер, найти предложение по продаже. Ну, допустим, криптовалютой, да? Тем же самым битком. Ну-ка, давайте-ка найдем биткоин. Есть у нас биткоин или нету биткоина? Давайте, опа, BTC. Мы сейчас его быстренько найдем, или я что-то не так. Так, ну давайте попробуем, например, тем же самым рублем. Ну-ка, есть у нас что-нибудь или нету? Я думаю, уже давно есть. О, посмотрите, Сбербанк, допустим, 78 рублей, да? Так, 76, 78... 75, вот, пожалуйста, мы можем продать. Люди-то хотят купить. Продать. И лимит сделки. Нужно всегда смотреть лимит сделки, да? Лимиты покупки, лимиты туда-сюда. И еще, я вам хочу кое-что сказать. У вас, конечно же, будет вопрос. Руслан, а какие комиссии? Я специально уже все подготовил. Смотрите. Вот какие комиссии. Есть очень хороший сайт. Я обязательно еще сделаю хорошую подборку, сам сделаю. Вот, как это работает, как здесь вообще можно купить, продать. Понятное дело, что очень много упирается в верификацию, но все же, смотрите, покупка битка без комиссий. Хоть за банковские переводы, хоть за криптовалюты, хоть за наличные, без комиссий. Продажа битков — минимальная комиссия. Например, банковские переводы 0,5%, криптовалюты 1%, ну там наличные 1%, товар, услуги 1%. Вот, это очень важный слайд, запомните, очень важный слайд. То есть покупка битков без комиссий. Вот прям я хочу заострить ваше внимание, чтобы вы знали. Вот, едем дальше. Смотрим инструменты, да, можем стать продавцом и уже начать собственный бизнес. Видите инструменты? То есть мы можем продавать биткоины на Paxful с помощью 300 способов, а как мы сегодня поняли, более 361 способа существует покупки и продажи биткоинов, и как раз еще получать доход. Мы нажимаем «Стать продавцом», проходим небольшую тоже такую вот типа верификации, да, и начинаем продавать. Нажимаем «Стать продавцом», но нас опять выкинут, потому что мы с вами не прошли верификацию. О, вот у нас небольшая такая вот история. Нам предлагают, если вы не хотите быть продавцом, если вы чему-то вот относитесь к тому, что здесь написано, то лучше не надо быть продавцом. То есть, если будете создавать несколько аккаунтов, если вы еще что-то будете делать, я, скорее всего, этот аккаунт заброшу, а потом просто покажу вам ту страницу, где я уже прошел верификацию. Но это будет уже в отдельных обзорах. Поэтому мы временно отсюда уйдем, видите? Нажимаю на крестик и все. Итак, а теперь мы перейдем к партнерской программе. То есть, смотрите, мы заходим сюда, в наше вертикальное меню, где наш контакт, правый верхний угол, пригласить друга, нажимаем, перейти к странице партнерской программы и уже смотрим нашу партнерку. То есть, смотрите, если вы будете использовать свою партнерскую ссылку, значит, с первой линии будете получать 50 комиссий за использование счета хранения при совершении сделок вашими партнерами и 10% со второй линии. И вы получаете партнерский доход только тогда, когда ваши партнеры покупают биткоины. Еще раз, важный момент, только тогда, когда покупают. Хотите зарабатывать, пожалуйста, так что первый уровень и второй, он вам, ну, в помощь, как говорится, да? Поэтому ссылочку я скопировал, все. Социальные сети имеются, конечно же, Paxful. Смотрите, переходим сюда, есть страничка, отлично. Переходим в Twitter, в Твиттере тоже есть страничка, я рекомендую вам подписаться. Так, YouTube есть страничка, тоже замечательно, окей. Так, и Инстаграм, собственно, да, но Инстаграм именно иностранный, Paxful, а есть Инстаграм, который я вам уже показывал именно на русском языке. И если вы хотите заработать, а точнее выиграть именно 0,5 биткоина, то будьте добры, пожалуйста, конечно же, подпишитесь, выполните все условия, которые на стартовой странице, видите, на вот этой вот стартовой странице, и все у вас будет хорошо. Вполне возможно, что выиграете именно вы. А потом уже, конечно же, вы меня можете поблагодарить. Какие же еще плюшки вам перечислить? Что здесь еще есть? Ну, конечно же, плюсы платформы — это то, что здесь бесплатный кошелек при регистрации, я вам уже об этом говорил. Безопасность. Конечно же, здесь на платформе снизилось число диспутов до 1%, когда какие-то спорные ситуации. То есть все, они искореняют всех мошенников и аферистов. Еще раз, покупка всегда без комиссий. Можно конвертировать биткоин в USDT и обратно. Как раз борьба с волатильностью-то нам нужна, правильно? Биткоин-то скачет, а USDT – это стейблкоин, который привязан к отдельной вот просто вот какой-то ценовой политике. Один USDT – $1. Все. И еще прикольная история. То есть много сделок проходит как раз при оплате гифт-карточками. Ну, может быть, вы слышали, там Steam, там Amazon, eBay и так далее.
И как раз это все можно сделать, купить вот эти вот истории, да, карточки за биткоины. И, например, смотрите, карточка стоит в биткоинах 70 баксов, а номинал будет, например, карты eBay на сотку. Понимаете, да? Вы оплатили биткоином, и он будет, допустим, стоить 70 баксов карта, да? А номинал на сотку. То есть вы уже практически треть навариваете. Очень удобно. Ну, пипец как удобно, короче. И очень большой плюс – русский язык. То есть если бы не было русского языка, то вот эта вот платформа, она бы не стала популярной, допустим, в СНГ, и она только-только заходит в Россию. Ну, на мой взгляд, она заходит. Здесь очень мало трейдеров, очень мало продавцов, покупателей. Именно из русскоязычного сегмента они, конечно, есть, но не так, как, допустим, на тех же самых каких-то таких локальных обменниках, где только русскоязычное население обитает. А я бы хотел, чтобы, ну, все-таки здесь побольше людей было. Ну и, конечно же, из плюсов это очень удобная история, связанная с тем, что можно использовать русскоязычную поддержку, потому что без поддержки у нас вообще никак. Ну и инстаграмы наши, да, телеграмы, Paxful, да, безусловно, конечно, ссылочки будут в описании. Заходите, подписывайтесь, всегда будете знать, где что, чего, зачем и почему. На этом, надеюсь, я немножко вам приоткрыл завесу тайн. Будем потихонечку прощаться, но я еще скажу, конечно же, пару слов, потому что вы должны знать, как это все происходит. Вы должны не бояться покупать и продавать. Вот. Помните, как покупать? Видите, вот это горизонтальное меню. Проходите верификации, указываете источник или какой-нибудь способ оплаты, например, тот же самый Яндекс, мать его за ногу, деньги, да? Вот. Сумму какую-то выбираете, там, допустим, 50 тысяч рублей. И просто находите предложение. Это как поисковик делается, понимаете? О, где-то даже верификация не требуется. Да ладно вам. Невероятно. Но все равно нам нужна. Нам нужна, потому что нужно номер телефона и электронный адрес тоже подтвердить. И, конечно же, можно счет хранения и чат. Можно в чат сразу перейти. О, очень удобно. Прям очень удобно, смотрите. Определенный добрый смотрящий здесь есть, который не дает ни покупателю, ни продавцу друг друга обмануть. Это большой плюс, реально большой плюс. И всегда читайте отзывы перед тем, как купить. Ну и, конечно же, проходите верификацию. Подтвердить номер телефона. Ну что же, ладно, я, как говорится, начну. А вам желаю хорошего вечера, хорошего дня, хорошего утра и самых замечательных торгов, и чтобы вы выиграли половину битка 31 октября 2020 года. Смотрим далее. Уверен, что вы хотели бы посмотреть, как выглядит верифицированный аккаунт и что он дает. Конечно, давайте посмотрим. Безусловно, я еще не прошел полную верификацию, но все же, смотрите, у меня почта подтверждена, телефон, личность подтверждена, только еще галочка не отображается. Единственное, что осталось, адрес подтвердить, но он там в течение недели, скажем так, мне в любом случае его подтвердят, у меня там сложная ситуация с адресом, но это нормально. И далее видеоверификация. Но самое главное, вам нужно подтвердить телефон, вам нужно подтвердить почту и, конечно же, личность. И в дальнейшем вы тогда сможете уже торговать. Я уже могу торговать, реально могу торговать. Смотрите мои лимиты какие на данный момент, да, хотя прошел только буквально вот личность. Значит, купить-продать я могу на 790 112 рублей. А чтобы повысить лимиты, мне нужно дальше пройти как раз verification, да? Смотрите, есть небольшое видео, вы можете его посмотреть, хоть оно на английском, но, в принципе, оно очень хорошо показывает, что нам нужно сделать для того, чтобы нас все подтвердили, пожалуйста, там паспорт, туда-сюда, продолжить верификацию. Так я же уже все, вот, видите, да? Мне придется ждать еще примерно 7 дней. Вы уж извините, но, как говорится, видео не ждет. Самое главное, я вот основное прошел, и теперь могу торговать. А теперь посмотрите, как это все будет. Я даже могу создать предложение. Помните, я говорил про бизнес? Вот как можно сделать. Например, биткоин. Что мы делаем? Продаем. Так, выберите способ оплаты. Давайте мы с вами возьмем, допустим, дебетовые и кредитные карты. Так, что мы здесь? Сейчас. Во, перевод с карты на карту. Нас интересует? Интересует. Валюта рубли? Рубли. Нажимаем далее. Смотрите, ой, сейчас заиграемся, да? Рыночная цена, либо фиксированная. Это у нас новая функция. Ну, давайте рыночную цену. Маржа для вашего предложения выше рыночной цены. Ну, можно, конечно, тут немножечко поиграться. Здесь нужно внимательно все почитать. Если вы что-то упустите, это плохо. Конечно же, нужно лимиты сделки, то есть минимальную сумму сделки поставить, максимальную сумму сделки. Мало ли вы не все хотите продать, это тоже нормально. Но чтобы поиграться в полную, конечно же, мне придется подтвердить адрес. Но я надеюсь, что мысль мою вы офигенно поняли. И смотрите, если я подтвержу адрес, я не на 790 тысяч смогу торговать, а практически до 4 миллионов рублей. Круто, да?
А так, в принципе, купить-продать биток я уже могу. И, кстати, Тезер тоже. Вот я о нем вечно забываю, хотя это один из самых моих любимых стейблкоинов. Он самый крутой. Тот же самый Тезер, да, или биткоин. Ну, давайте Тезер, ладно, поиграемся. Перевод так, с карты на карту. Сумма. Ну, допустим, тысяч на 100. Что-нибудь у нас есть? Тысяч на 100. Я очень хочу купить Тезер. Найти предложение. Что-нибудь у нас есть? Я думаю, есть. Смотрим, смотрим. О, кто у нас тут продает? Интересный лимит, очень интересный. Ха-ха. Нормально, нормально. Ладно, Тезер еще только в самом начале. Окей, хорошо. Давайте поиграемся с нашим любимым биткоином. Перевод с карты на карту. Это просто мне так удобнее. Ну, я действительно очень часто так вот торгую с карты на карты. Так, вы платите, допустим, да, давайте 100 тысяч. 100 тысяч, получаете вот такую вот историю. Найти предложение. Окей, давайте ищем. Все найденные предложения для валюты рубли. Ваше местонахождение. Да. Допустим, мы вообще лимит вот такой вот поставим. 10 тысяч. Найти предложение, чтобы их было еще больше, потому что мы же по лимитам работаем. Так, лимиты на покупку от 3 до 80 тысяч рублей. Так. Принимаются только физические карты, онлайн-платежи, только тот же платеж. Смотрите, какие-то сообщения, конечно же, вам будут писать, что вы не отвечаете требованиям, установленным продавцом. Значит, вы еще, допустим, не прошли все процедуры верификации, да, не подтвердили адрес и тому подобное. Но вас это не должно останавливать. Вы можете найти даже просто с подтверждением личности что-то хорошее, да. А если, допустим, вы хотите увеличить лимиты, тогда да, нужно подтвердить свой адрес и, конечно же, пройти видеоверификацию. А так мы можем вот просто посмотреть. Нажмем на купить. Так, торгуйте на платформе Paxful. Да, хорошо. Но в любом случае у нас лимит 790 тысяч. И пока мы вот этот вот лимит не пробьем, ну что ж поделаешь, все будет плохо. Поэтому смотрите, здесь у нас уже небольшая история, да, человек пишет, как он там проверяет. У меня много отзывов, я человек нормальный, вот, пожалуйста. Про него пишут хорошо, он, короче, надежный, да, и значит мы можем нажать на купить сейчас. Да, ой, зря я это сделал. На самом деле зря очень это сделал, потому что лучше отменить. Все, простите. Я хочу отменить эту сделку. Просто так вышло, да, так вышло. Я, наверное, испортил себе небольшую историю. Но мне, в принципе, хотелось вам просто показать, что вы нажимаете и все. Да, давайте посмотрим предложение от других, короче, продавцов биткоина. Но я просто вот решил вам показать, как это все делается. Просто случайно, извините. Прошу прощения. Пожалуйста, не портите мой профиль. Это очень важно. Не портите, что я такой отменяю сделки. Вы просто читаете, если вас все устраивает, вы начинаете сделку. Если не устраивает, ну ничего страшного. Еще раз напоминаю, что более 360 способов оплаты. Вы можете посмотреть все, что за биткоин, что за Tether USDT. Вы просто офигеете. Смотрите, Momo, N26, NEM, PayM, банковский перевод, WebMoney, Abra, AdvaCash, Perfect Money. Что у нас еще есть? Payeer, Bitcoin Cash, BitShares, Cellulant, Cash App, банковские переводы, онлайн-кошельки, подарочные карты. Вы просто можете заблудиться в этих возможностях, но в любом случае надо торговать. Так, а если мы зайдем с вами в инструменты, смотрите, какая у нас крутая панель инструментов. Очень приятно, очень удобно, да. Так, у меня, кстати, второй уровень верификации. Отлично. Вот сейчас еще адрес мне подтвердят. И вообще можно разгуляться до 4 миллионов. Разумеется, мне еще как раз нужно включить двухфакторную аутентификацию, идентификацию. Вы ее тоже обязательно сделайте, потому что безопасность вашего личного кабинета – это ваша прерогатива. Чтобы вас никто не обманул, чтобы вас никто не взломал, вы должны позаботиться о своих паролях. Ни в коем случае никому их не показывайте, не давайте, и все у вас будет хорошо. Вот на этом действительно пока что все. Но только пока что. Потому что торговать нам еще и торговать, как говорится. Ну здорово! Реально здорово! Продать биток окей, небольшая комиссия есть. Но это сильно как бы роли не играет. Но покупка битка без комиссии там на платформе это просто супер. Более 350 способов оплаты. Как битка, так и USDT. А USDT, как я уже говорил, был введен вот буквально на днях. В конце сентября 2020 года. То есть теперь у нас, допустим, мы покупаем биткоин,
А он сильно волатилен, а волатильность это изменение цены, то вверх, то вниз. Мы хотим фиксануться, и потом обмениваем биткоин на USDT и фиксируемся, потому что это смарт стейблкоин такой, да, стейблкоин, который привязан к доллару, то есть 1 доллар, 1 USDT, и все счастливы и довольны. И теперь я могу купить без комиссий, а продать там с минимальными комиссиями, это вообще шикарно, плюс партнерская программа. То есть первый уровень, там второй уровень, пожалуйста, ссылочка будет в описании. Что мешает вам делать свой бизнес? Вот что мешает? Зарегаться на платформе, научиться там работать. Конечно же, наработать себе базу, хорошие отзывы. А потом уже, конечно, делать свой бизнес. Тоже ничто не мешает. А что мешает, допустим, погружаться в криптоэру с нормальными проектами, с нормальными биржами, с нормальными пиринговыми платформами, как раз для обмена битком и теперь еще USDT? Нам мешает только наша ограниченность, на мой взгляд. Поэтому я и решил снять этот обзор. Полнее обзора нет, вы просто не найдете. На момент 2020 года мой обзор лучший. Знаете почему? Потому что я досконально изучил платформу, я уже там торговал, я специально вам решил показать с нуля. И верификация у меня уже на одном из аккаунтов пройдена, все у меня уже там пройдено. А пока что я решил вот сделать вот такой вот маленький обзорчик, ну конечно же не буду палить свои данные, потому что безопасность в интернете это превыше всего. Так вот, я решил сделать этот обзорчик для того, чтобы вы поняли, где это можно сделать. Максимально выгодно, четко, безопасно и оперативно. Многие боятся разводок, поэтому здесь некая процедура КИС. То есть обмануть очень сложно, а практически невозможно. Хотя все допускаю, как бы мир это, ну, не оперный театр. Но все же здесь риск сведен к минимуму, потому что есть КИС. И какие-то вот эти вот продавцы, которые в принципе существуют только в интернете, они не могут здесь торговать, здесь проверенные люди. Как покупка, так и продажа должна быть безопасна с обеих сторон. Поэтому я эту платформу решил немножечко прокачать и, конечно же, поведать всему русскоязычному населению о том, где вы можете это сделать максимально выгодно, безопасно и четко. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, пожалуйста, поставьте колокольчик прямо здесь, чтобы не пропустить новое видео. Ну и, конечно же, давайте, рубрика «Вопрос-ответ». Традиционная рубрика. Как вам платформа Paxful? Кто из вас уже продавал или покупал биток или USDT? Как вам комиссии? Как вам партнерка? И как вам интерфейс? Потому что многие привязаны к каким-то биржам, многие привязаны к каким-то приложениям, но не все они хорошие, не все они удобные. Они просто, ну вот есть и есть, я им только доверяю. А что-то новое, да, посмотреть? Вот в этом проблема. И я предлагаю вам это новое. Разумеется, видео носит инфохарактер. Торговать здесь или нет, это вы решаете. Я лишь хочу вам показать свой опыт и поделиться с вами своим опытом, потому что я шишек здесь не набил. Обычно я и про плохое что-то рассказываю, да, но здесь я рассказываю про хорошее. Все, что сделано не в Российской Федерации, уже априори вызывает доверие. Мне жаль говорить эти слова, но так оно и есть. Вот если бы это была российская полностью разработка, я бы уже задумался. Конечно, там 50 на 50, хотя там тоже есть что-то хорошее. Но все, что сделано там на Западе, это и как-то регулируется еще на законодательном уровне. А значит, там больше ответственности. И мне нравится, что кто-то берет ответственность хотя бы за свою деятельность. А финансовая деятельность, она должна вот так вот вообще под лупой просматриваться. Хоть это и блокчейн, но все же, компания-то официальная. И это здорово. И русский язык есть. Вот многие вот такие вот площадки, там Binance, еще что-то, да? Кстати, они с Binance дружат и партнерятся. Так вот, там очень плохо все переведено на русский язык. И как-то не очень удобно вот это все делать. Русскоязычное население плохо знает English, да? English language. Я и сам его плохо знаю. А здесь можно работать, несмотря на то, что, допустим, у нас может быть в запасе только один язык. Наш родной, русский. И это мне нравится, это здорово, это практично. И, конечно же, помните про эту акцию. Первая покупка на любую сумму, потом можно прикупить USDT или биточек, ну, лучше биточек от 100 долларов и выше. И каждая покупочка от 100 долларов и выше – это один лотерейный билет. И вы можете выиграть пол битка в дальнейшем. Вот сейчас биток там в районе 10, 11, 12 тысяч. Ну, он вот так вот скачет, да, 10, 11. Может быть, когда вы посмотрите это видео, вообще биток будет 100 тысяч долларов. Я же не знаю. Но пока что вот так вот, да, на момент конца сентября 2020 года. Все бывает, может быть, он вырастет. И прикиньте, вы получите 0,5 биткоина. Лотерея будет выигрышная, лотерея будет честная. И здесь я, во всяком случае, этим ребятам верю. А потом пусть они после 30 числа покажут нам, кто победитель, и все. Я понимаю прекрасно, зачем они это делают. Они это делают для того, чтобы расширить свою сеть. Они это делают, чтобы еще больше людей узнало и доверилось им. И пусть доверяют. Потому что если есть уже рабочий механизм, его нужно поддерживать, а ни в коем случае не хейтить. Вот и все. Я знаю, что будут хейтеры. Я знаю, что будут люди, которые особо не любят биток. Но я знаю, что есть среди вас те,
кто уважает первую криптовалюту, биткоин, и кто уважает USDT, стейблкоин, который $1, 1 USDT всегда. Именно поэтому я и снимаю это видео для вас, дорогие друзья, а также для тех, кто хочет расширить свой кругозор. Всем энергии огромно пробивной, максимальных возможностей, минимальных рисков и, конечно же, подписываемся на меня. Хоть это видео и носит информационный характер, но я все равно пользуюсь этой платформой. Вы можете перенять мой опыт, все ссылочки в описании. Ну а теперь, пока. На самом деле я уже хотел попрощаться, но нет, рано. Кое-что я вам еще покажу. Смотрите, если мы возьмем вертикальное меню справа, вы можете присоединиться к сообществу Paxful. Нажимаем. Здесь есть три уровня: Peer, Ambassador и Associate. Надеюсь, что все любители английского языка поняли, о чем я говорю. Станьте участником программы Paxful Peer и возглавьте свое биткоин-сообщество. Смотрите. Есть определенные привилегии, начиная от брендированной продукции и заканчивая, ну, небольшими такими вот маленькими выплатами за каждого партнера. Амбассадор еще вкуснее. Ну и, конечно же, третий уровень еще больше дает. Все привилегии амбассадора, ежемесячные выплаты, возможность посетить один из офисов Paxful и возможность стать сотрудником Paxful. Кому-то это может быть интересно. Ну и, конечно же, всегда читайте сноски и все, что написано снизу. Что нужно сделать для того, чтобы поддерживать или получить тот или иной уровень. Но хочу вам сказать следующее. Здесь можно не только заработать, но и найти новых партнеров, которые будут с вами торговать, как покупать, так и продавать биткоины, там USDT. Так и, возможно, это выльется и в другое сотрудничество. Здесь нужно всегда смотреть наперед. И не надо смотреть даже «О, $5 за реферала дадут!» Нужно смотреть всегда в корень, всегда смотреть в будущее. Если компания, в данном случае Paxful как платформа, она дает возможность развиваться, нужно брать и развиваться. К тому же это бесплатно. Вот так вот.